Вот, друзья, разожгли костер, сейчас у нас разгорится. Пацаны пошли уток щипать, сейчас будем шлюм варить, жарить. Я весь насквозь повесил одежду сушить, сейчас ветром обдует, костром повешу. Полазил здесь по этому пруду за утками. Вот уток было много, сейчас разлетелись, пошугали их маленько. Будем ждать вечера. Вечером обязательно они прилетят. Здесь у нас речка, дол, ручей. Будут тянуть, сядем прямо к ручью туда. Будем на перелете сидеть, стрелять, еще добывать. Вот, ну, а сейчас будем готовить. Ну все, начинаем. Так, картошка у нас он идет. С морковкой мытая. Сейчас поставим на огонь. Тут щипится. Сейчас опалим тоже, допустим. Все сухие здесь. Чтобы на ночь быть сухие. Все, сейчас готовим шлю. Запускаем. Картошку запустили, морковь. Уток мы вот ощипали, опалили, сейчас тоже туда запускаем. Вот крикаша пожарим, сейчас зайдем в болото, может еще на болотах добудем. Ну и все, поужинаем и на перелете посидим. Да, есть одну, сбил. Подожди. Одну сбил. На патрон, не беги. Он еще взлетает. Не беги, говорю. Не беги. Вот эту бери сейчас. Сейчас забьем. Сейчас. Годи, стой, сюда плывет. Не спеши. Да, сейчас, стой. Патрон. Стой. Там еще будут сейчас. И взлетали. Плыви, 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 он готов. Блять. Друзья, шлюмка у нас почти готова, варится. Прошли по болотам, нашли только одно болото. Там вылетели у нас штук 5 крикошей. Одного я сбил, расстрельнул. Далековато были. Тут одного шиб, все равно неплохо. Еще один крикаш у нас есть, его мы пожарим на мангале, на решетке. Вот. Это у нас варится шлюмка вот такая замечательная, с черками, с куличками. Вот сейчас скоро поужинаем. Утки у нас уже начали опять летать. Вот уйдем туда в конец, будем сторожить, будем добывать утку. Все. Шлюм у нас готов, отставили, сейчас поедим. Поставили крикаша жарить. Один у нас еще лежит, не разделанный, его на утро оставим, покушаем. Вот сейчас этого пожарим с картошечкой. Вот еще картошечку запечем. Вот. Вечером после вечерки мы его обязательно отведаем. Сейчас пожарим, перевернем. Сейчас шлюм поедим и пойдем на вечерку. Утка уже тянет нас, летает с болота на болото. Ну все, пойдем кушать шлюм. Шлюм у нас получился вот такой прям. Аппетитный, хороший, с черков, с куличков, наваристый. Ну все, приятного аппетита. Начинаем кушать, сейчас поедим все, пойдем на вечерку, на ручей. Все, не горит, пойдем покажем. Че как? Нарезал что? Клепки где? О. Вот че, блядь, берите парочку. Сюда вот. Что, заебись? Огоньку, ага. Давай сюда. Шлюм хороший. Я поднеси мой шмель. Я блин, давай. Как аборигены, блядь. Что там, сколько тебя печем хуячим, да? Картошку знатно, блядь. Хорошо. Снег-то, блядь, когда нахуй делали эту, блядь, как ее. Уху. Все губы, блядь, обожгли, весь язык нахуй хуячили.
Ой, бля, наваристо заебись пошло. Давай, открывай. Ой, бля. Середина стала, да? Давай. Это нафиг убирай. Подожди. Вот это чё? Ну-ка. Ой, бля, ебать, дай ножик. Андрей Сергеевич. На ножик. Погоди, да, ну, погоди, ты обрежешь сам, меня сейчас. Совсем дурачок. Сукрутку прижали. Отрежка. Да, Грипа, управляю в Германии. Ты решетку сейчас проткнешь. Да не пратка, но... Вот и на ты наступи. Скулит. Нет, молится. Все, пацаны, а дальше как хотите. Кусай. Ну что, друзья, идем на вечерку. Сейчас пройдемся опять по пруду. Утки летали. Сейчас еще сядем, посидим, посторожим. Может, налетят. Попробуем добыть, посмотрим, что получится. Тихо, на крикаше идем. Блин, садись, он упал. Это кулики, кулики здоровые. Сели. Это кулички. Вон два идут на нас. Высоко. На высоко. Пойдем пройдем. Кряква. Видно было, да? Да. Сейчас подойдем. Пройдем еще до конца. Куда именно в коня села?
А? Кряква. 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 Фарь куда? Нет? Нет, да. Кряква. Смотри, куда упал, быстрее, быстрее. Туда он прям глаз не своди. Вот сюда, вот, наверх. Вот, вот здесь вот. Вот здесь вот, вот где ты стоишь. Вот тут вот. Вот тут, быстрее, быстрее. Куда пошел? Вот тут вот, на бровке. Вот на бровке. Вот он, нашел. Вот он упрыгал. Пошел, он, все, вот он. Все, крути его башку. Подожди, все, стой. Молодцы. Крути башку. Все, крути его башку.